Кать, ты что играешь? Нет. Веселого фермера? Да. Все, убрала. Хочу записывать выпуск. Всем привет, дорогие друзья, это долгожданный выпуск, девушка играет, и сегодня, да что ты показываешь, мы не играем в GTA 5, мы, так как эта рубрика задумывалась о том, что жена будет играть в разные игры, и она согласилась продолжать данные выпуски, и давайте сразу оговоримся, что следующий выпуск будет через, ну, неделю, и после того, как наберет 1500 лайков. То есть 1500 лайков для вас легко. Ну, и это забавно. Да ты сможешь зажать все сразу. Играем мы с Surgeon Simulator, где... Блин. Блин, ты что показываешь? Ты просто опускай. Опускай чуть. Игра прикольная, я играл. Вот. Зажми. Все. Зажми. А теперь вверх поднимай. О, можешь повертеть. Правый. Зажми правую и поверти. Так, чертов. Ладно, давай, пошли, погнали на миссию. Ты же доктор, ты должна лечить. Назад? Нет. Нет, нет. Зачем ты это делаешь? Назад. Вот, назад. Нажимай назад. Вот. Игра очень забавная, я ее снимал. Там в выпуске «Челябинский доктор», поищите. Давай назад, в главное меню. И операции. Операции. Вот, пересадка сердца. Это то, что нужно для доктора, такого, как моя жена. Погнали. Рок-н-ролл. Выполните пересадку сердца. Так, ты заметь, что тебе нужно вертеть рукой. Поверти руку. Нет, вертеть правой. Зажми правой. Чуть разверни. Тебе надо снять повязочку эту сперва. Давай, опускай. Зажми, зажми, зажми клавиши. Вот этой рукой зажми. Понятно, почему ты не водишь. Зажми. Давай, вправо, вправо. Вот, красава. Теперь тебе нужно... Почему у доктора одна рука? А почему левая? Странно. Правая, почему? Это левая. Какая правая? Ты че? В смысле? Вот, правая. Это левая рука. Ты че, косой? Вот, палец большой. Он в середине смотрит, значит, такой. А, это левая. Да. Ладно, тебе надо сломать это, ребра. Зачем? Ну как зачем, чтобы... Я могу кулачок? Нет, кулачок, ну попробуй. О, поможешь повертить. Ломай кулаком! На! Ни хрена, короче, не ломается. не води ты своим кулаком, дурацкий. Давай, нет, да, пилу не надо брать. Вот, давай, ты аккуратно только опускай. Нет, тебе надо опустить. Левый опускать. Левый опускать, давай. Нет, ты не пила. Левый опускать. Вот так. Жми, бери. Не взяла. Можешь еще раз. Еще эти часы постоянно свалились. Да потому что это правая рука. Давай, давай. Тебе надо взять вон ту штуку. Вот ты. Чуть-чуть-чуть. Отдали, отдали, отпусти. И чуть дальше. Вот. Нажимай. Все. Зажимай. Зажимай. Поднимай, поднимай. Поднимай. Все, давай, веди. Веди. Не отпускай только, не отпускай. Теперь давай по ребрам чуть-чуть. Давай. Подними чуть-чуть, ты его режешь же. Вот, давай потихоньку по одному ребру. Это очень классно. Да? На! Ой, упала! Ну, давай возьмем молоток. Молотком проще. Да, молотком. Да. Давай, проще молотком. Рок-н-ролл, правильно. Давай, давай. У тебя получается, что-то возьми. Давай. Вот, вот этот молоток, да. Я выбираю тебя. Давай, опускай, ты же знаешь. Ну, то есть, не... давай, вот, все, поднимай. Не отпускай вот эту руку свою. И... Да, вот так. Давай, давай, ломай, ломай, продолжай ломать. Черт возьми. Подними чуть, подними чуть. А как вот. Он без ребер потом? Давай ребра потом пришьем. Наверное. А подними чуть, подними чуть. Нет, не отпускай молоток, лови его. Лови молоток. Кать, руку можно повертеть правой. Вот, давай. Блять, у нас упал молоток. Давай дрелью. Давай дрелью. Черт возьми, давай дрелью. Понятно, почему ты пошла в педагогическое, а не медицинское. На! Дрелью-то кто сверлит?
Блять, ты ее уронила. Ты рукожоп. Давай, опускай. Опускай левый. Ты уже начинаешь разбираться в управлении. Кстати, друзья, если хотите, чтобы были и выпуски именно по этой игре, в следующей, в девушка играет, то пишите в комментариях. Давай, ты разверни чуть, и главное, не задень легкий. Зачем ты пустил ее? У нас вообще теперь не осталось ничего. У него кровь, кстати, истекает. Давай, давай, давай. Кстати, не я играю, как видите. Ох ты, на, прям. Да блин, да вообще управление. Ну возьми какой, вот. Блин. Давай дрель лови. Лови дрель! Дрель, я выбираю тебя! Ну-ка, иди сюда быстро! Давай, возьмись рукой всей. Вот, поднимай. Левую отпустила. Все, давай, двигай туда. Давай, давай, двигай к ребрам. Давай, двигай быстренько. Ну, красная пусть будет. Вот, ты можешь ее повертить, чтобы... как бы не задеть человека. Он же ведь охеревает тут лежит, наверное. Думает, ты хирург. Давай, 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 пускай, пускай потихоньку. Вот, да зачем ты пустила дрель опять? Черт возьми, круто. Давай. Это классно. Он умрет. Рок-н-ролл. Он умрет в честь рок-н-ролла. Благая смерть, на самом-то деле. О боже, давай ты прав. В текстурах. Да поверти, поверти, сейчас отпадет. А, давай, правую кнопку поверти, поверти. Нет, не эту кнопку, правую. Поверти рукой своей, да, дрель настроить, чтобы тебе нормально было. Главное, не отпускай левую руку, а то, блядь, ты отпустишь дрель, ему там засверлит сверкиром. Разве так сверлит? Это, по-моему, дрель самоубийца. Ну, давай, давай, аккуратненько. Давай, давай, еще чуть. Почти попали, мы почти дошли до органов каких-либо. Да черт возьми, это вообще невозможно. Я не попадаю по ребрам. А ты еще развернуть не можешь правый? Как? Отпусти левую. Левую мышку отпусти, левую. А, вот. Правый, правый, разворачивай, ладошку свою разворачивай. Че, он не разворачивает? Там да еще неправильно я держу как-то. Ну положь ее, опусти сюда мягко и как-нибудь возьми правильно. А то ты держишь ее двумя пальцами. Ремонт затеяли, значит, тут в квартире. Ага. Вот такой вот у нас был ремонт. Школа ремонта, чувствуешь? Разверни ладошку, саму ладошку. Вот, возьмись правильно. Опускай, опускай руку, отпускай, отпускай. И теперь хватайся. Да нет. Я все равно неправильно сейчас возьму. Давай, да хватайся хотя бы так, блядь, оно уезжает. Вот, вот, вот. Давай, веди. Давай, веди к ребрам. Веди к ребрам. Ты не видишь, где? Давай, ты уже, вот. Давай, легкие. Ты что, отпустила меня? Давай, еще раз бери. Правильно, блядь, вот так надо брать. Техника безопасности, вся херня. Давай, бери эту сраную дрель. Ну, ну, ну. Да блин. Да левую-то отпусти, блядь, руку. Все. Управление правое. У меня не сообщаются руки. Не сообщается, у тебя даже левая и правая. Смотри, как он сладко спит. Опускай, опускай. Вот, пойдя. Левую. Давай, я буду тебе как командовать. Давай, давай, потяни еще сильнее. Давай, что ты, на! О! Мы можем... Ломай дрелью самой. Давай влево, 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 отпускай. На себя тяни, резко тяни, резко тяни. Вот, сейчас ломаем кости так дрелью, блядь, не той стороной, но похер. Давай, давай, ломай, ломай. Блядь, он сейчас сдохнет, сучка. Давай, еще. На! Рок-н-ролл. Но самая тема это молотком. Он уже сдох, он уже сдох. Черт возьми. Ну что, все, хватит ломать. Мы потеряли его. Да потому что ты это долго слишком сверлила, а потом молотком била. Ну, ты давай заново, давай заново. Ну, давай, короче, теперь ты знаешь, что надо делать. Молотком лучше всего. Почти профессионал. Давай. Ты опять показываешь вот этот жест. Зачем? Ну а как можно на все? Да на все не нажимай, давай уже? Возьми хотя бы три в оборот, пробел тихо, убери. Все. Тихо. Ты серьезно, блядь? Операция началась.
Знаешь, по-моему, так русские сериалы снимают про врачей. Правильно, давай. Нет, пилу не бери, бери молоток. Молоток, главное, не упусти из рук и просто молотком по ребрам, по всем. Да, стаканчик убери, опускай, опускай. Все, бери молоток, разверни. Мама мне мешает. Да не мешает уже, Катя. Давай, бери молоток. Правую разверни, правой разверни. Ну, ладошку, правую клавишу мыши, правую, там, где у тебя левая. Разворачивай, давай. Все, поднимай. Главное, не отпускай вот эти свои руки. Все, просто води сильнее, води быстро влево, вправо, вниз, вниз. Вниз, вверх, вперед, назад, води. Нет, вперед, назад. Опусти вот так, опусти, и вперед, назад. Нет, стоп. Подними, подними, подними. Опусти вниз. Правой рукой опусти вниз. Вот, вот так, и на себя тяни. На себя тяни, на себя сильнее тяни, тяни, тяни. Этот дурацкий молоток. Давай. Конечно, ты берешь, взяла его как вилочку. Так. Месье. О, вкусный. Че, не получается? Ты можешь повертишь ладонью, кистью. Кистью поверти. Вот так как-нибудь поверти. Нам нужно сломать. Вот, видишь, они же по-разному могут быть. Вот, ломай, пока поперло. Давай вот эти. Ух ты, четыре. Остальные. Это круче, чем твоя ферма, да? Так, аккуратно, блядь, у него кровь-то тоже. Так, стоп, давай теперь. Все, хватит? Нет, еще поломай слева. Я так лево, слева, вот тут. Вот тут слева чуть осталось у него ребрышко. Чего он не поднимает ногу? Потому что подними кистью. Все, нахер, тут ложь, нахер, молоток. Идите, легкое высовывай. Чё? Легкое, тащи. Легкое? Легкое, тащи, опускай. Так, сейчас. Давай, главное настрой, кисть, настрой правый. Кисть, настрой, поворот кисти. О, ты умеешь? Это левша, черт возьми. Надо было настроить на правшу. Ты так найдешь. Поднимала, давай. Хватай. Тяни. Все, отпускай. Все, вот мы к сердцу пришли, блядь. Как он будет без легкого же? Зачем он легкий? Ты левую клавишу не забывай отпускай. Давай второе легкое. Дергай. Давай. Давай, херам его, ломай его, давай, да ты влево-вправо, расшатывай, давай, что ты, блин, расшатывай, такой серьезный, нет, легкая, давай, ну, ты чуть, знаешь, кистью поверти и попробуй, видишь, ты ребро не сломала, пофиг нам, оставляем это легкое, бери скальпель, нам надо срезать вот сверху и снизу. Да, опять ты показываешь, что это другой. Скальпель надо взять, Катя. Черт, сложно. Опускай. Чуть ближе. Выше. Нет. Ну, возьми дрель и убери ее дрель. И потом скальп возьми. Скальп, от дрель отпусти левую. Левую, нет. Левую отпусти, блядь. Скальп возьми какой-нибудь. Дрель просто тебе надо убрать оттуда. Ты скальп не возьмешь сейчас. Давай, ты знаешь, что делать. Ох ты, блядь. О, все. Иди к скальпелям. Она не мешает. Блядь, черт возьми, дрель, ты мешаешь нам делать операцию. Ты поняла, что можешь отпустить вот эту клавишу мыши и отнести куда-нибудь ее вообще нахер? Нет, не надо туда. Давай влево кинь. Просто кинь ее. Вот, да невозможно. Вот это. Тут отпускай. Ух ты, русифицированная игра. Я только сейчас заметил. Отпускай. Я проходил, кстати, уровень. Там дальше, прикинь, еще можно на машине. Все, поднимай. На машине, типа, трясется, все, режь. А нет, вот этот вверху надо отрезать. Вот этот пипку. Это что там, печень у нас, что ли? Ну, так и эстет, блядь. Давай. Опускай левый. При этом надо повернуть кисть. Кисть надо повернуть вниз вот так. Подними. Кисть поверни сейчас на весу. Кисть. Кисть еще поворачивай. Поворачивай ее вниз, чтобы скальпель смотрел вниз. Да не так. Ну, ты че? Ну вот давай так.
Давай, эстет. Вверху, вверху, выше, выше подними. Да, вот тут. И влево, вправо, влево, вправо. О, все, стоп, поднимай, поднимай. Теперь вот сюда, тут режь. Где тут? Ну вот где, блядь, у нас этот кусок, этот нахер. Вот этот? Да, вот это надо отрезать, а то он не уйдет. Сердце, короче, режь, пофигу. Режь тут сердце. Поверни нафиг скальпель, нормально. Вот теперь вниз его, вниз. Кисть вниз поверни. Кисть вот так сделай, вот так, Катя. Вот, вот. Красава, еще вправо чуть-чуть поверни. Вот, давай, режь. Давай, 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 чуть-чуть на себя возьми. Нет, давай на себя чуть-чуть. На себя, надо, блядь, отрезать. У нас не подпустят там. Блин, серьезно? Черт возьми. Ну давай, ты сможешь. Я верю в тебя. Ну вообще тут вообще легко проходит 70. Да вот. Надо, короче, вот. Давай вот так туда-сюда води уже все. Безнадега, короче. Блин, он теряет кровь. Ну давай, давай, давай. Еще бы он не терял кровь, его вон. Лёгкая валяется. Можно поиграть в футбол. Это классно. Дорогие друзья, это же круто, черт возьми. Вообще капец. Да может, наверное, уже. А при чем тут убирать? Весело. Ты же его лечишь, наверное. Слушай, может так можно уже вырвать? Положь Катю. Рок-н-ролл, ложь скальпель, отпускай руку, просто бери эти все органы его и вытаскивай. Давай я буду нажимать это, давай, поворачивай, давай, вправо, давай, 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 давай. Ну, веди туда, чё, нам надо органы зажать. Нет, вот, вот туда, чё, мы уже отрубили, опускай руку. Нет, на себя чуть возьми, на себя, отпусти чуть, вверх подними. Так, давай, вверх. Ну-ка, нет. Нет. На себя, на себя, на себя, Кать. На себя, блядь, не от себя. Вот вот это надо взять. Давай. Нет. Нет контакта. Поверни руку чуть. Че ты как? Давай, пускай. Че-то взялся, нет? Ну-ка, еще, еще, еще. О, тяни. Влево, вправо, давай. Че-то взялись. Не тянется? Да, вот так вот помочили руки, да, помыли. Ну давай сама, короче, делай что хочешь. Возьми вон пилу, возьми нахрен, я не знаю, вот эту бензин. Не, это что? Че? А может возьмем это, часы положим туда и зашьем? Ну-ка, ну-ка. Не, ну тут надо, короче, вон тут точно отрезать. Это факт, потому что тут так без этого не разобраться, без бутылки. Ну а что ты, что-то взяла? Нет? Не взяла? Ты что такой серьезный? Улыбайся. Ты лечишь людей. Я не могу одновременно оперировать и улыбаться. Точно, ты серьезный хирург, да? Лежит у нас вот легкая, сейчас пойдем закусим. Там, кстати, разные операции на мозг и прочее. Прикольно очень. Давай, опускай. Да, кулак, правильно. Кулаком он побурт. Поднимай. Но тут главное остриться в управлении. О, не, чуть, не так, чуть-чуть. Чуть-чуть, вот, туда. Да, 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 опускай. Пускай что-то не... Эх, не влазить, блядь, надо было дырку побольше делать. Чего у нас не... Он держит как сигарету. Скальпель. Есть прикурить. А, парень, держи. Да ты бы кистью работала еще. А то ты, блядь, в одном пространстве как-то живешь. Надо жить в 3D. Давай, давай. Давай, давай, психуй. Хер с ним. Ему уже не помочь. Ну, у него всякое есть чекпоинт, так что это... Мы не убиваем, не лечим. Надо сердце лишь поменять. Видишь, какое у него гнилое сердце. Ощущение, что, знаешь, это... Почему это... вот этот
розовое не режь. Потому что надо вот тут резать. Чуть на себе. А вообще тут очень классно проходится, когда берешь тупо... Ой, кровотечение еще пошло. Тупо берешь молоток и... Возьми пилу. Возьми пилу. Вот эту. Нет, другую. Черт возьми, самурай. Похлопай его по щелкам, по щечкам, давай. Давай, потыкай по нему. Эй, пацан, эй, проснись. Слушай, подскажи, можешь помочь подержать этот скальпель? Подержи легкое. Свое. А ты можешь off нажать? Off. Палец выстоит? Палец один выстоит? Какой-нибудь? Нет. Один, вот, один отожми. Указательный отожми. Вот, давай, опускай чуть. Давай, давай, давай. Блять, ты мажешь. Ну давай, это можно, наверное. Давай еще. Нет, мимо, выше, выше. Че, не жмется, что ли? Вот поворот, я думал, жмется. Черт возьми, не жмет. Слушай, ну он уже умирает, ладно. Давай, что-нибудь сделаем. Возьми пилу, тука. Эй, проснись. Парень, проснись. Ладно, возьми пилу большую, которую. О, а маску можно вырвать, да? Ты взяла его за голову, сейчас голову-то. Дальнее достижение, спокойно, я доктор. Ой, 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 ой. Глазик можно? Да, может, наверное, ему уже все равно. Это похоже, когда ты просто техничка подменяет доктора. О, ватная палочка. Хочешь поковыряться в ушах? Ватная палочка. Зига! Ну чё? Ну... Что ты хочешь взять-то? А, поднимай, поднимай. А давай, веди туда. Давай, может, мы сможем отрезать. Просто... Кистью работай, будь как бог, рука должна быть легкой, ты же врач. О, чё. О, успех! Да зачем ты накинула, там надо было дальше резать артерии. Ну, в принципе, мы уже, слушай, это прогресс. О, давай, поднимай, поднимай, давай, вниз, 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 сердце режь, режь, сердце быстрее, быстрее режь. На себя чуть. На себя, на тебя. Чё, так надо было? Нет, так оставить. Ну, все хорошо. Такое убийство. Ладно, дорогие друзья, ставьте ваши лайки. 1500 лайков, и жена соглашается дальше.